Стойка на руках, уровень PRO, цикл 2, тренировка номер 4. Поехали. Первое упражнение – обратная планка с прямыми ногами. Исходное положение – сидя. Руки ставим чуть дальше таза, поднимаемся в обратную планку, зажимаем ягодицы, напрягаем мышцы разгибателей спины и делаем красивую линию, сохраняем ее. Отличное упражнение для красивой осанки. Следующее упражнение, ключевое в этом тренировочном блоке, это отжимания в планку PRO. Здесь будем использовать носки для скольжения, исходное положение лежа, делаем классическое отжимание и оттуда, плавно скользя ногами на мышцах, опускаемся в положение лежа. Ни в коем случае не падайте на пол, упирайтесь всеми силами. Если есть падение, то ограничьтесь обычными отжиманиями или планкой PRO. Это продвинутое упражнение, которое поможет уверенно себя чувствовать, когда будете выходить махом в стойку. Следующее упражнение – прыжок в стойку с согнутыми ногами. Также продвинутое упражнение. Исходное положение – упор присев возле стенки, примерно 5-7 см, так, чтобы голова не касалась стены. Делаем небольшой прыжок, старайтесь таз вывести над головой, над кистью, почувствовать баланс и вернуться в исходное положение. Плавно, мягко. Следующее упражнение – подъем в лодочку на подушке. Под поясницу кладем подушку. Мощным движением напрягаем живот, поднимаемся в лодочку, отрываем лопатки, отрываем таз, чувствуем это положение и возвращаемся в исходное положение лежа, максимально растягивая мышцу живота. Следующее упражнение – собака-страус прямыми ногами. Достаточно сложное координационное упражнение. Делаем одно переступание рукой и два переступания ногами, чтобы попасть в положение собака. И возвращаемся в исходное положение. Понаблюдайте, как я переставляю руки и ноги, и повторите это упражнение. Не спешите, чувствуйте тело, прислушивайтесь к нему. Следующее заключительное упражнение – выход в стойку махом с прямыми ногами. Исходное положение – стоя, руки вверх, сразу подберите шаг так, чтобы когда становились в стойку, вы стояли возле стены, примерно 5-7 сантиметров. Старайтесь не биться об стену, не стучать соседям, выходить в стойку мягко и плавно. Когда вышли в стойку, обязательно потянитесь максимально носочками вверх, уберите угол в плечах и возвращайтесь в исходное положение также плавно и мягко. Прислушивайтесь к телу, соблюдайте технику, зажимайте ягодицы, живот – это основа стойки на руках. И здесь в этом упражнении в журнал тренировок пишите количество от 5 до 10, сколько вы сделали на тренировке. Помните, вы огонь!